Такие звуки сочинцы и гости курорта слышат уже не первый день. С начала недели представители экзотического народа по вечерам выступают на площади у центрального универмага. Накануне за творчеством индейцев можно было наблюдать и около фонтанов на Платановой аллее. Одеты представители племен Северной и Южной Америки в настоящие индейские костюмы, разноцветные украшения и даже традиционный торжественный головной убор – венец из орлиных перьев. В репертуаре этнического ансамбля «Комуэнда Вамбракуна» из Эквадора не только как музыкальные, но и другие интересные номера. Ритмичная музыка и шаманские танцы вокруг коробки для денег делают свое дело. Равнодушным не остается ни один зритель. Кстати, как говорится, не отходя от кассы, из рук самих индейцев можно приобрести уникальные этнические аксессуары из перьев и бисера. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.